Надеюсь, все голодны, потому что ужин уже готов. Оу, супер, пицца опять. Эй, Бон, что ты делаешь-то? Я работаю над своим внешним видом. Вы же знаете, я ведь теперь звезда. И о чем же это таком ты говоришь? Смотри, мы уже на ТВ. Да, блин, глупый кролик, мы же не на телевидении, это камера наблюдения. Но это значит, что кто-то за нами следит, да? Ну, я думаю, что это так, Чика. А может он хочет стать нашим другом? Этот ресторан создан для того, чтобы заводить новых друзей! Новые друзья? Ну да. А давайте найдем, откуда эти камеры, и подарим смотрящему большие объятия, друзья мои! Ой, разбудите, когда все закончится. Эй, Фредди, тут какой-то манекен с волосами. Не, это называется человек за столом. Думаете, ему нравится пицца? Бон, попробуй привлечь его внимание. Что с Фредди? Он, наверное, не очень хочет быть нашим другом. Я не рассчитывал на такой ответ. Думаю, он закрылся изнутри. Ну что ж, мы пытались. Никогда не говори никогда. Извините, сэр, не хотите присоединиться к нашей компании? Спроси, ему нравится пицца? Блин, сдрыснул. Я думаю, он не мог далеко убежать. Ну, я поручаюсь только своим законом. Фокси, Чика, вы ищите в прихожей на кухне. Бонни и я будем искать в прачечной комнате. Мы найдем этого парня. Пока смена не закончится, я клянусь, он станет нашим другом. Блин, это место такое страшное ночью. Думаю, я должна пойти за кусочком пиццы сейчас. Правда? А я сейчас голоден на кое-что другое. Стой, я не могу. Ты же знаешь, что мое сердце принадлежит Фредди. Да пожалуйста, этот толстый шарик никогда не воспринимал тебя так, как я. Но Фокси, а что если человек найдет нас? Да брось, детка, он, наверное, сейчас далеко от нас. Так что давай, маленький Фокси хочет попробовать кусочек твоих наггетсов. Наггетс. Оу, какие же они аппетитные. Фокси, обернись! Фокси, ты в порядке? My only regret. Я покрасил забор, но не смог постирать носки. Мистер Человек, не знаю, зачем вы это сделали, но не важно, что случилось. Я всегда желаю лучшего для каждого. Это прозвучит странно, но ты просто испугался и немного ошеломлен. Я не желаю ничего плохого. Я буду тебя обнимать, пока ты не поймешь, что мы можем быть лучшими друзьями. Бонни! Бонни! Неужели он тоже попался? Успокойся, Фазбер, у тебя всегда все заканчивалось хорошо. И главное, что тебя сегодня ждет перезагрузка. Это что еще за подушка? О, Бон, что же они с тобой сделали? Поговори со мной. Я был счастлив быть в твоей компании, Фредди. Фредди, я надеюсь, ты скажешь, успокойся с миром. О, мой боже. Не волнуйся, Бон. Я найду того, кто это сделал с моим другом. И он поплатится за то, что он с тобой сделал.
Приготовься познать всю силу дружбы, слышишь ты, хреново волосатая саламандра с лопатой. А ну-ка давай начнем сначала, чтобы я все понял. Ты сказал, что я не робот-медведь, у которого звуковой проигрыватель, а существо, созданное марионеткой, которое из-за неудачного случая с детьми дала им нечистую силу, которая вселилась в нас. А сама марионетка — это дух ребенка, которого убили в 80-х? Ну да, если коротко, то верно. Знаешь, в это довольно сложно поверить. Смотри, чувак. Вот, блин, ну я и страшный, я похож на старую ржавую печку. Чувак, извини, если тебя напугал. Да ничего, я извиняюсь за то, что случилось. А, не беспокойся, я смогу их собрать. Что ты будешь делать, если знаешь правду? Что ж, я никогда не думал, что делать в этом мире, кроме как развлекать детей. Если ты спрашиваешь, я им и останусь. Если я такой особенный, то это все равно ничего не меняет. Когда я вижу детей, я понимаю, что я делаю все правильно в этом мире. И благодарю тебя за это, Майк. О, точно! У нас же склад наполнился! Наполнился? Ну а вот это наш склад. Тут хранятся все запчасти только для того, чтобы не напугать детей. Я знаю, ты тут впервые, но мне нужно продолжить работу над роботами. Фредди, ты же знаешь, что я не экзоскелет. А, да ну не ври мне, думаешь, я не вижу перед собой экзоскелет? Извини, Майк, но так запрограммировано. В коем-то веке я решил поиграть в игры. Да и не в простые, а в очень, сука, интересные. Почему же мне совсем не весело? Почему меня никто не пугает? О, боже мой, это опять он! Второй раз я этого не перенесу! Я туда больше не пойду. Помните, что было в прошлый раз? Эй, как тебя там зовут? Еще раз так быстро на меня побежишь, тебе второй глаз вырву! Ребята, это наша работа. Кто-то должен туда пойти. О, Чиро, кидаю монетку. Вот сейчас я выйду и надеру кому-нибудь задницы. Раз, два, три... Штаны от страху не протри. Но у нас же нет штанов. Твою мать! А почему бы... Фред, почему ты не пойдешь пугать этого деспота? Ты же самый старший в нашей компании. Так я и собирался туда идти. Сейчас только посмотрю, где он находится. Утром схожу, наверное. Странно. Почему здесь так темно? Боже мой, чтобы я еще раз начал играть в эти... Мой мизинчик! Мой счастливый мизинчик! А если я вас найду, я оторву вам руки! А если постараетесь убежать, я вам и ноги оторву к чертям собачьим! Почему здесь стало так тихо? Ого, а ты вообще откуда здесь взялась?
Эй, вы там! Если откроете дверь сами, обещаю подарить вам коробку! Коробку чего? Пиздюлей, если не откроете! Ну ладно! Твою мать! Моя спина! Он мертв? Ха-ха! Ура! Мы его убили! Твою мать! Как вы уже поняли, алкоголики, блять, тунеядцы, сука! Мы начинаем работать! А когда компот? Фредди? Фредди, молчи! Ты что хочешь, чтобы я тут вообще один остался? Мне, знаешь ли, сыкотно! Яйки поджимает, пасхальные! Я ж кролик! Мне тоже мой киндер-шоколад поджимают. Но я хочу компот. И писить. Молчи, Фёдор, молчи! Ща-ща-ща-ща, я всё разрулю! Господин Салли! Извините, пожалуйста, но не могли бы вы ответить на мой вопрос? Ты тщетно оттягиваешь момент своей погибели, заяц-мудак. Хотя ты просто глупец. Однако сегодня я буду няшкой и отвечу на твой сраный вопрос. Пиздец, он меня бесит. Федя, циц, молчи, молчи, пожалуйста, молчи. Ты же ведь не хочешь, чтоб ты стал тем же самым, чем и бомж? А по-моему, он нифига не изменился. Как был пропитым хуем, так и остался. Так что за вопрос? А, это да, мистер Салли. Это чё ж получается? Раньше мы совсем-совсем не работали. Ах, ну почему же в далекие 90-е от вас еще был какой-то толк? А что теперь? Ужас, скатились. Позор, но ничего. Это дело мы легко исправим. Шмали, то есть босс, разрешите доложить? Типа спросить. Если на территории пиццерии происходит какая-то члень, мы же должны вам об этом рассказать, не так ли? Безусловно. Ну тогда вот, смотрите, какая тема есть, я вас предупредить хотел. Там, блин, какой-то мужик непонятный приперся. Сидит в комнате охранника. Стрёмный! Жесть! Я там, как назло, свою пиццу оставил. Остывает бедняжка без меня. Я жрать хочу. Как ты смел жрать пиццу, медведь? Она для клиента. Ты-то, блядь, чавякаешь. У нас уже дохуя как времени клиентов нет. Идиот! Это правило! Ми-ми-ми-ми. Ты быстро учишься, моя милая. Сучка. Схватываешь на лету, так сказать. Я всегда считал, что ты одна из самых способных идиоток в этой толпе. И чуть более умная, чем имбецил, в отличие от других наркоманов. А теперь позвольте мне разъяснить ситуацию. Я нанял охранника. Как и положено этому заведению, в конце-то концов, блядь, у нас должен быть охранник, мы должны его распидорашивать и ловить, вы должны бегать, прыгать, кок! Проще говоря, охранник остается здесь до утра. На ночную смену. Будет сидеть до утра, до 6 часов, и вы будете, сука, его пердолить. Я даже подготовил часики и специальный будильник. Вот мой чё. Не есть до самого утра. У меня желудок завернется обратно. Мишка хочет кушать. Вместо того, чтобы думать о еде, вы бы лучше подумали, как будете убивать этого охранника. А? Что? Убить его? Но он же пипец стрёмный! Босс, да он нас сам завалит, если захочет. Босс, но это же жопа, это моча, это жопа моча, моча и жопа, это мальчишка, это жопная моча, босс. Нет, босс, это невозможно, мы ж не сможем, мы этого не сделаем никогда, я на это не подписывался, я Фокси трах... Тьфу, точнее в контракте этого точно не было.
Или было, да не было. Вы уж извините, босс, мы вас, конечно, боимся, пипец, как и уважаем сильно. Да, ну бля, ну это ж просто моча, это моча мочи, я ж не могу это сделать, у меня ж таракан не выдержит задницы. Хорошо, что мне вырвали конечности, я не смогу ходить. Тогда тебе придется телепортироваться. Ну что ж, ребятки, не хотите по-хорошему? Придется вас заставить. Босс, насколько я знаю, единственный способ нас заставить, с вашей точки зрения, это вальнуть нас. Но если мы сдохнем, то кто будет пугать охранника? Профита здесь ноль. Агась, мы все-таки тут типа главные, да? Мы должны его пугать, не будешь вы его пугать? Это ж пиццерия номер один, в первой части вас не было. Не беспокойтесь, вы знаете далеко еще не все мои козыри. Убрать их. Да кто нас заставит-то? Я вас заставлю! Ох, ебать! Кого там надо пропихнуть? На работу! Чика, что они с тобой сделали? Нет! Нет! Мистер Салли, ну зачем же вы так? Ну зачем? Что, все еще не хочешь по-хорошему? Да? Ну ничего, у меня есть еще один сюрприз для вас, ребятки. Фокси! А, Фокси? Здравствуй, Бонни. Ты зря сопротивляешься. Это лучшая участь, которая может тебя постичь. Фокси, что вы с ними сделали, босс? Что вы с ними сделали, блядь? Ничего страшного, Бонни. Все хорошо. Я думаю, что они даже правы, что нет ничего плохого в том, чтобы примкнуть к их рядам и стать одним из них. А, Фредди, ты тоже? Нет, я не хочу, пожалуйста, нет, не надо. Да это и не больно вовсе, ты просто расслабься. Твой разум сам выйдет наружу. Нет! Обработайте его. А будет сопротивляться. Прикончите.
Hello? Dum 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 d